Цыбак. Ну, как бесхитростно. Там партнер был на дальней штанге. Можно было как-то качнуть вратаря. Цыбак прямо в него шайбу направил. Но все же счет изменился. Максим Пестушко делает счет 4-3. Мощная такая затяжная атака «Нефтехимика» все-таки завершается взятием ворот. Разыграли очень здорово нижнекамцы. Отмечу вот эту последнюю передачу Цыбака в касание на Пестушко.